Это хоста Джемстоун, выведена в 2005 году. У нее средний размер 25-30 сантиметров в высоту и где-то 40-50, может быть, даже 60 сантиметров в ширину, поскольку она постепенно расползается вширь. Это хоста голубого цвета, хорошего, насыщенного. Листья достаточно плотные, с небольшой волной по краю. В этой хосте мне особенно нравится ее форма роста. Она очень аккуратная, как фонтан. Каждый листочек находит на предыдущий листочек. Это выглядит очень-очень красиво. Она подходит для посадки в полутенистых местах, поскольку на солнце она будет невнятного зеленого цвета. И она, мне кажется, подходит для каких-то парадных красочных мест, поскольку она очень симпатичная.